Всем привет, друзья! Жизненный цикл и популярность криптовалютных проектов во многом зависит от того, какие решения они предлагают и какова их маркетинговая кампания. С этим у многих площадок большие проблемы, и это одна из причин, почему они исчезают с криптовалютного рынка. В отличие от них, платформа MarketMaking не просто не имеет проблем, так еще и готова оказывать маркетинговые услуги для криптопроектов. Команда проекта предоставляет маркетинговые услуги для криптовалютных площадок, и в результате разработки программного обеспечения был создан сервис алгоритмических решений для управления криптовалютными активами на биржах. Сейчас программное обеспечение используется более чем на 48 криптовалютных биржах, обеспечивая поддержку торговых операций с разнообразными активами. Также можно сказать, что MarketMaking – это глобальный участник криптовалютного рынка, создающий ликвидность токена, размещая транзакции и контролируя стоимости активов на площадках. Команда предлагает клиенту два торговых решения – это аренда терминала с алгоритмическими ботами и аутсорсинг команды по маркетингу. Для того, чтобы начать пользоваться терминалом, нужно зарегистрировать услугу, подключить API и настроить бота. С помощью терминала вы можете обеспечить защиту баланса, он поможет составлять отчеты, будете получать мгновенные уведомления через Telegram. Работать с терминалом легко и удобно. Второе решение – это аутсорсы команды по маркетингу. Вы получаете техническую поддержку ботов, для вас разрабатывают стратегии, исходя из ваших задач и требований. Кроме этого, проведут моделирование активных сделок в книге заказов, составят подробные отчеты и окажут круглосуточную поддержку. Согласитесь, таких услуг еще никто не предлагал на рынке. Это одна из причин, почему услугами команды пользуются десятки бирж, ставших их партнерами. Это действительно крутая платформа, которую, кстати, совсем недавно добавили на CoinMarketCap. Так что не стоит упускать такой отличный шанс войти в проект. Но с ними сотрудничают еще и потому, что платформа имеет множество преимуществ. Вы можете рассчитывать на круглосуточную поддержку в любое время. С вами будет работать персональный трейдер, который поможет понять нюансы работы крипторынка. Низкие цены на услуги аренды, терминала и команды. Помимо этого, с помощью платформы вам гарантированы положительные рейтинги на таких известных площадках, как CoinMarketCap и CoinGecko. А имея положительный рейтинг на них, всегда можно рассчитывать на высокую прибыль. Вы также можете управлять торговлей своим токеном, используя такие функции, как защита ликвидности, уведомления через Telegram, защита от арбитража, отчеты о производительности и прибыльности. Платформа располагает собственным токеном MMPRO. Распределение токенов такое: 45% выделено на продажу в целом, из них 35% на публичную продажу и 10% на частный раунд. 10% принадлежит команде, 20% на пул ликвидности для DEX, PancakeSwap, еще 10% на сжигание и сельское хозяйство, и 10% команда решила отдать стратегическим партнерам, и 5% на ликвидность DEX. Что касается использования доходов, то доходы используются следующим образом: 40% используется на ликвидность, 20% на разработку, 10% на операционные затраты и еще 10% на листинг. Относительно дальнейших планов команды, можно отметить, что она последовательно выполняет дорожную карту с самого начала возникновения в 2017 году, и каждая стадия отражается потом в отчете. В четвертом квартале этого года будет предоставлено приложение для поддержки создания рынка, введен контроллер активных пользователей, будет проведена интеграция нескольких кошельков с балансировщиком нагрузки, составят аналитику прибыли пулов. Да, и доказательством того, что услуги команды являются востребовательными, это то, что с ними сотрудничают такие гиганты, как Binance, Hotbit, KuCoin, и также они маркетмейкают известный проект MetaHero, и среди их партнеров Stobox, Testnet и другие топовые площадки. Совсем скоро они запустят Launchpad, где вы сможете получать аллокации самых крутых при IPO компании. Только не забудьте про диверсификацию. А также они запустили фарминг-платформу. Для подписчиков они открыли пул до 200% годовых. Не пропустите возможность. Пул лимитирован. Итак, перед нами действительно лучшая платформа, которая поможет создать для ваших криптопроектов идеальную среду продвижения. Команде удалось невозможное – стать партнером для десятков ведущих бирж. Представьте, какой высокий доход будут получать те, кто станет держателями токенов, и какие возможности им предлагает команда. В общем, не упустите шанс вступить в проект, воспользуйтесь их услугами, прокачайте с их помощью свои проекты и, конечно же, зарабатывайте без риска. Что ж, друзья, на этом у меня все. Если вы заинтересовались этим проектом после моего обзора и хотите подробнее изучить данный проект, то специально для вас, мои любознательные друзья, все ссылки оставлю в описании под этим видео. Также оставляйте свои мнения по этому проекту в комментариях. Мне будет очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Я с удовольствием прочту все ваше мнение и буду рада любому общению. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий и самых свежих новостей криптомира. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!